Вот как вы разбиваете его сердце, в соответствии с вашим знаком зодиака. Некоторым мужчинам требуется время, чтобы преодолеть расставание. И даже по прошествии времени, они не могут забыть вас, переживая моменты тоски и раскаяния над тем, что осталось в прошлом. Узнайте, как вы разбиваете ему сердце, на основании вашего знака зодиака. Овен. Ему ненавистна мысль о том, что вы практически постоянно играли в чувства рядом с ним, однако он искренне восхищается вашей энергией. С вами каждый день был ярким приключением. Когда он вспоминает о вас, то невольно задумывается, сможет ли он найти хотя бы отдаленно похожую на вас девушку. И от этого его сердце болит. Телец. Когда он думает о том, как вы заботитесь о людях, которых любите, его сердце разрывается от боли. С вами он никогда не чувствовал себя таким любимым и нужным. Ваш дом и объятия были для него безопасными. Близнецы. После расставания с вами он ходит сам не свой, потому что с вами он мог говорить практически на любую тему, избегая пустого трепа. Он знал, что может взять вас на любое мероприятие, и вы будете блистать во всей красе, притягивая окружающих к себе своим обаянием. Он знает, что никто не сравнится с вами в общении. Рак. Вы способны на все, чтобы помочь кому-то, и ваше сострадание заставляет его жалеть о ваших несостоявшихся отношениях. Вы не любитель прятаться в себе, и ему импонировало, что вы делились своими эмоциями и теперь не может найти себе места без вас. Лев. Он будет скучать по вашему огромному сердцу и тому, как вы умеете очаровать окружающих. Вы – самая яркая особа, которую он когда-либо встречал, и теперь, без вас, его жизнь кажется скучной и лишенной радости. Дева. Его сердце разрывается, когда он думает о том, как вы умели решать проблемы и исправлять допущенные другими ошибки, включая его собственные. Он знает, что никогда не найдет кого-то настолько искрометного и способного, как вы. Весы. Жизнь с вами похожа на отдых, чувственный, приятный и романтичный. Когда он чувствовал себя подавленным, ваша улыбка всегда спасала ситуацию. Поскольку вы идеалистка, он научился видеть вещи с разных сторон. Он знает, что вы сделали его лучше. Скорпион. Он скучает по вашей изобретательности и энтузиазме в постели. После вас он потерял страсть к жизни и не видит в ней смысла. Стрелец. Он не может идти с улыбкой по жизни, вспоминая, как вы заставляли его смеяться и превращали каждый день, проведенный вместе, в праздник. Ваш оптимизм и радость заставляют его грустить о вас. Козерог. Потеря вас – наибольшая ошибка, которую он когда-либо совершал. Вы – идеальный кандидат на долгосрочные отношения. Он корит себя за то, что позволил вам уйти, проигнорировав вашу силу духа, надежность и успешность. Водолей. Он обожал ваше стремление играть вне правил, оригинальный набор жизненных ценностей, невероятный разум и буйство творчества. Но больше всего он жалеет о том, что потерял ту, которая безоговорочно принимала и любила его. Рыбы. Когда он находился рядом с вами, он был на пике творчества, вы вдохновляли его следовать вашим мечтам и преследовать его страсти. Когда он думает о вас, он вспоминает только яркие и счастливые моменты. Вы показали ему мир, красоту и искусство, и теперь он не может разглядывать картину или слушать музыку, не вспоминая о вас. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.